тестируем новую модель ботинок Tracikut на предмет намокания кожи, то есть это гладкая кожа, но она также, как и ноутбуки наши, пропитана гидрофобным составом, то есть она не промокает. Видим, как вода просто собирается. Не впитывается в кожу. Только еще горячую воду включил добавок. Ну и соответственно здесь у нас это образец. Мембрана сделана чулком. То есть ботинок полностью влагозащищенный.